Единство народа, идентичность взглядов, защита исторической памяти – основные постулаты научной конференции «Справедливость, забота, уважение». В зале Национальной библиотеки собрались представители разных поколений. Если старшие представляли ветераны, руководители ветеранских организаций республики и их коллеги из Ханты-Мансийского автономного округа, то младшие – студенты, волонтеры и кадеты. Почему мы, ветеранская организация, вот сегодня эту тему поднимаем, потому что мы озабочены, а что и как будет расти, воспитываться наше новое поколение. Вы, наверное, видели сегодня, вот мы специально пригласили и октябрят, и пионеров, и комсомольцев. На конференции рассказали о проекте «Движение первых». Это организация, современный аналог советских пионеров. Ветераны с удовольствием согласились сотрудничать с молодежью во всех направлениях, среди которых патриотическое воспитание, традиционные и нравственные ценности. Здесь же на конференции соседи из Монголии поделились, насколько важно работать с молодым поколением. В последнее время у нас очень многие религиозные направления и многие церкви открываются в нашем городе. Молодежи особенно верят им, и они ходят в тем церкви. И можно сказать, что они умывают их голову, чтобы они не подчиняются своим родителям, не выразили свои мысли, только слушают члены церкви. Запудрить мозги населению, заставить верить в чужие ценности – такие мероприятия, как конференция «Справедливость, забота, уважение» помогут упредить подобные действия в нашей стране. Баир Цыдыпов, Евгений Павлов. Новости дня.